Дмитрий Сергеевич Песков. Российский государственный деятель, дипломат, переводчик, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина. Действительный государственный советник Российской Федерации первого класса. Родился в 1967 году в Москве в семье студента Сергея Пескова, впоследствии кадрового российского дипломата. В 1989 году Песков окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ по специальности историк-востоковед, референт-переводчик. С 90 по 94 год работал дежурным референтом, атташе, затем третьим секретарем посольства СССР, а затем Российской Федерации в Турции. С 94 по 96 год работал в аппарате МИД России. С 96 по 2000 второй, потом первый секретарь российского посольства в Турции. Песков в 2013 году публично подтвердил, что симпатизировал ЛДПР с момента основания этой партии, мотивируя тем, что Жириновский по образованию тоже тюрколог. Публичной персоной стал в 99 году во время визита Бориса Ельцина на саммит ОБСЕ в Стамбул. Он произвел впечатление на первого президента России в качестве переводчика с турецкого языка и все три дня появлялся вместе с Ельциным в телетрансляциях. В 2000 году, после назначения Путина исполняющим обязанности президента и последующего его избрания президентом, Песков был назначен начальником отдела по связям со СМИ Управления пресс-службы администрации президента. Затем был заместителем и первым заместителем начальника управления пресс-службы президента России, заместителем пресс-секретаря президента. По данным СМИ, он выполнял также функции переводчика Путина во время встреч последнего с турецкими руководителями. В мае 2009 года Дмитрий Песков был включен в состав Совета по развитию отечественного кинематографа. Когда в марте 2012 года Путин одержал победу на выборах главы государства и третий раз занял пост президента России, в должность вступил в мае того же года. С 22 мая 2012 года Песков – заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Российской Федерации. В том же году Песков стал курировать и новое управление Кремля по общественным связям. Это управление также занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи. Дмитрий Песков часто дает официальные комментарии, которые касаются различных событий, которым имеет отношение или которые затрагивают непосредственно Владимира Путина. Песков, в отличие от второго пресс-секретаря Путина Алексея Громова, считается злым. Он дает комментарии по наиболее остро и спорной тематике, когда Алексей Громов считается более добрым пресс-секретарем. Многие считают, что активность Пескова объясняется его возможным и скорым повышением. Широкий общественный резонанс вызвало заявление Пескова о событиях в окрестностях Болотной площади, связанных с проведением оппозиционного марша миллионов, когда в Москве 6 мая 2012 года в ходе столкновений с митингующими пострадали более 30 сотрудников полиции. И десятки митингующих, более 400 человек были задержаны. Когда он отвечал на вопрос депутата Госдумы Ильи Пономарева о его отношении к событиям, которые произошли 6 мая 2012 года, он заявил, что правоохранительным органам необходимо действовать гораздо жестче. За раненого ОМОНовца нужно размазать печень митингующих по асфальту. Песков владеет турецким, арабским и английским языками, увлекается теннисом, лыжами, бегом. Согласно опубликованной налоговой декларации, официальный доход Пескова составляет более 3 миллионов рублей в год. Санкционные списки Евросоюза и Америки, в отличие от большинства ближайших соратников Путина, Песков не попал. В период действия антироссийских санкций он не раз выезжал в страны НАТО
на отдых болельщиков и на спортивные состязания. Является членом Президиума Российского совета по международным делам. Песков давно хронически страдает астмой, не раз находился в опасном для жизни состоянии. Старшая дочь Пескова Елизавета когда-то вспоминала, что в 2000-х, когда отец уже работал в администрации президента Путина, из-за отсутствия денег в семье он был вынужден подрабатывать таксистом. По словам самого Пескова, Владимир Путин бывает иногда недоволен его работой и жестко критикует пресс-секретаря. Песков официально женат третий раз, имеет 3 сыновей и 2 дочерей. Сын Пескова Николай от первого брака. Согласно расследованию ФБК в 2017 году, который ныне именуется Николай Чоулз, ведет богемный образ жизни в Москве, владеет квартирой 110 квадратных метров, автопарком элитных автомобилей. Из-за нарушения ПДД накопил более 116 неоплаченных штрафов. Также был судим в Великобритании. Дочь Елизавета от второго брака, а также 2 сына Мик и Дэнни. Елизавета живет в Париже, где окончила школу-интернат и обучается маркетингу, часто приезжает в Москву, чтобы решать проблемы судоремонтного завода. Для этого, естественно, нужна очень сильная информационная поддержка. Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства, судостроительства. Для этого нужно показать молодежи, что уверенность в завтрашнем дне есть, что это престижная работа, что это не считается чем-то, чего можно стыдиться. Нужно работать над инновацией, над модернизацией судозаводов. Последняя жена Пескова – Татьяна Навка, бывшая фигуристка. Медовый месяц Песков, согласно собственному утверждению, провел в Италии. Это в той самой, которая присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза, на острове Сицилия. Самому Пескову, с учетом его высокого государственного поста и статуса секретоносителя и близости к главе российского государства, публично предъявляли требования неоднократно вернуть всех членов своей семьи, которые проживают на Западе, обратно на родину в Россию, а также принять все меры к их отказу от гражданства иностранных государств. Песков неоднократно подвергался критике. Так, в августе 2015 года он привлек внимание своими дорогими часами швейцарской фирмы Richard Mille. По данным политика и общественного деятеля Алексея Навального, цена этих часов около 37 миллионов рублей. Хотя доходы Дмитрия Пескова за тот же год, согласно его официальной декларации, составили немного более 9 миллионов рублей. По мнению российских оппозиций и, в частности, мировых СМИ, несоответствие цены часов и легальных доходов Пескова является скандалом. По утверждениям самого Пескова и Навки, эти часы являются свадебным подарком невесты, а цена, распространенная в СМИ, не соответствует действительности. Доход его супруги, фигуристки Татьяны Навки, намного превышает доход самого Пескова и составляет 120 миллионов рублей за год. Она владеет 2 земельными участками площадью 8000 и 1400 квадратных метров, 2 жилыми домами, 4 квартирами и машиноместом. Бывшая спортсменка также располагает машинами Mercedes SL63 AMG, Mercedes ML63 AMG, Lexus и мотовездеходом Yamaha. Также имеет квартиру в США, в Нью-Йорке, на Манхэттене. У самого же Пескова имеется автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и 2 квартиры. Но в последнее время был замечен на автомобиле Tesla стоимостью 10 миллионов рублей, который принадлежит его безработному сыну Николаю. Вокруг семьи Пескова не утихают скандалы, связанные с огромным количеством дорогой недвижимости и элитных автомобилей его сына, неизвестного происхождения. Сам же Дмитрий Песков это никак не комментирует.